Внимание! Второй забег, который обещает быть одним из главных. И через сразу после окончания этого забега мы представим финалистов в прыжке в длину. И давайте посмотрим. Здесь все-таки главные фавориты. Максим Билдин, Артем Вожов, Дмитрий Буряк. Кто из них сейчас готов лучше? Ну, а может быть, мешается кто-то еще? Первые 200 метров. Ну и только после выхода с виража станет ясно, кто сегодня претендует на победу и в этом забеге, и в чемпионате. Вот так вот. Это Лев Мосин, который в этом забеге-то и заявлен не был, 223 номер. Но Лев Мосин чемпион Европы среди молодежи, чемпион страны и призер чемпионата мира.